Вот по ходу движения, не доходя примерно пару километров уже до Мурмашей, вот впереди можно видеть такой суровый гранитный массив, который образовался, думаю, возможно, может в результате каких-то там взрывных работ, ну или так, сам по себе такое чудо, такой огромной величины, обрыв такой большой, если видно вам. Ну, смотрится впечатляюще.